Непонятно, где мы сейчас играем. Итак, я жду от Дениса, наверное, какого-то указания. Сейчас мы узнаем. Илья, можно музычку вернуть? Мы сейчас будем объявлять уже, кто с кем играет. Поэтому пока уже настраиваемся на хороший лад. Через несколько минут, буквально минуту-полторы минуты, на то, чтобы понять, я буду объявлять пары, которые будут играть на продолжение нашего турнира «Дюрсота» от футбольного клуба «Перестарета». Не проблема, мы готовы ждать. Да, да, да. В любом случае, всех поздравляю, кто прошел, он выиграл первый, второй раунд, третий раунд. Что там? Это какой раунд? Сделаем небольшую паузу, просто смотрим, очень скоро готовы. Хорошо. Достойно представить как клуб, как вы. А вы сами приставочку нарежете? Я молодое поколение представляет меня и мою семью. Дети вас представляют? Да. Кто? Но он не здесь, он. Пока он не вышел на такой уровень, как бы мы не даем уделять столько много времени. Ну, я как человек, который не играет в эти приставки, то есть не могу сказать точно, как, что киберспорт — это такая же реальность, как и натуральный футбол, поэтому в России, по-моему, третье место в мире занимает участие в соревнованиях. Поэтому реальность, к ней надо относиться, ее надо использовать и всячески продвигать.